понедельник в Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков. Днем 5-7 с плюсом, ночью плюс 1-минус 1 градус. Северный ветер 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 7, ночью плюс 1 градус. Северный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, температура воздуха днем плюс 7, ночью нулевая температура, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 6, ночью 0 градусов, северный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.